Мужчина отрезал себе циркулярной пилой палец, естественно, он сразу рванул в больницу, так как время на то, чтобы пришить обратно палец, ограничено. Но по дороге его останавливает инспектор ДПС. Дальше он все расскажет сам. Прикол. Хуярил себе фалангу циркуляркой, короче. Остановили гаишники, и выписывают штраф. Вот им делать, говорю, в больницу еду, один хрен, блядь. Штраф и все. Наша милиция нас бережет, блядь. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.